Мир вам, братья и сестры! Приветствую вас любовью Иешуа Мессии. И тема, которую я хотел поговорить с вами сегодня, это дорога к Богу. Дорога к Богу. Вы знаете, я хочу поговорить с вами сегодня о том, что приближает нас к Богу, то, что делает нас ближе и ближе, и о самой главной цели, что это Отец. И о том, что мешает нам по пути к Богу, о том, что становится нам препятствием и отдаляет нас от Бога. И давайте откроем Священное Писание, это Иоанна, 14 глава, 6 стих. Начнем мы с этого места, сегодня мы будем много читать с Божьей помощью. И посмотрим много мест. Итак, Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Иисус сказал ему: «Я путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Аминь. То есть мы видим из этого стиха, что наша цель – это Отец. И об этом мы никогда не должны забывать. Мы не должны умалять роль Отца в нашей жизни. Наша цель – есть Господь Отец. К Нему мы держим свой путь, и к Нему мы идем. Тот, кто помогает нам в этом, чтобы прийти к Отцу, то есть нету другого пути, и только через Него мы приходим к Отцу, это, как мы прочитали с вами, Иешуа. Иешуа, Он помогает нам прийти к Отцу. И немножко позже мы поговорим о том, что именно Иешуа производит в нашей жизни. Но я хочу в первую очередь поговорить о том, что мешает нам двигаться по дороге к Отцу. И первое то, что мешает нам, то есть если мы напишем вот здесь, вот как когда-то я писал уже эту схему, я просто более подробно хочу ее разобрать. Человек, здесь находится человек. Первое то, что мешает нам, это наша плоть. И это первый пункт, о котором я хочу поговорить. То, что отдаляет нас от Бога. То есть стрелка, она вниз, она в другую сторону. И вы знаете, как вообще плоть, она воздействует на нас? Писание говорит, что отрицательно. Очень плохо. Давайте откроем с вами послание к римлянам. Послание к римлянам, 7 главу. Послание к римлянам, 7 глава, с 18 по 19 стих. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать онное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю». И 24 стих. «Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти». Аминь. То есть здесь мы видим в этих стихах, ясно говорится, что наша плоть, она против нас. Она, то есть внутри нее нету ничего хорошего. Внутри нас есть желание творить добро, а плоть, она противостоит и не хочет делать это добро. Ну, простой пример. Я думаю, было у вас то, что вы такие вдохновленные вечером, весь день готовились, садитесь почитать Слово Божье, и тут на тебя сон нападает. Плоть, ну ты думаешь, ну что такое, я так хочу, а плоть как бы склоняет. Или помолиться. Рано утром специально встал на молитву, становишься, начинаешь молиться, а плоть хочет спать, клонит тебя ко сну. Да и что далеко ходить, братья и сестры? Давайте посмотрим на учеников в Гефсиманском саду. Помните, что там произошло? Они все время засыпали. Их плоть была немощна. Так Иешуа говорит, плоть немощна, но дух бодр. Бодрствуйте, он им говорит. То есть наша плоть, она все время действует против нас. И первое, как плоть воздействует на нас, это то, что она как бы пропитывается этим грехом, она пропитывается всем плохим и мешает, не хочет
чтобы мы делали что-то хорошее. И именно поэтому, знаете, интересно, я долго думала, почему нам должны быть даны именно новые тела, когда мы воскреснем. И именно поэтому, когда мы воскреснем, нам будут даны новые тела, нетленные. Эти тела тленные, которые тянут нас ко злу, а там у нас будет тело нетленное, полностью наполненное добром. И не будет в нем никакого зла. И поэтому слава Богу, когда будем там. Аллилуйя и хвала Ему за это. Какой результат действия плоти в нашей жизни? То есть первое, то, что она делает, она не хочет делать ничего хорошего. Она как бы встает в противление. Она не хочет. Второе, то, что она делает все плохое. То есть мало того, что она не хочет делать хорошее, она еще и делает плохое. Почему я так утверждаю? Давайте откроем с вами послание к Галатам, 5 главу. Послание к Галатам, 5 глава. И там прочитаем с 19 по 21 стих. Там написано так. «Дела плоти известны, они суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божьего не наследуют». Аминь. То есть мы видим, это все дела плоти, это то, к чему плоть нас толкает, к чему она нас подвигает. То, что ей хорошо. Вместо того, чтобы делать что-то хорошее, направлять нас к чему-то хорошему, наша плоть, она мало того, что не хочет делать хорошее, так она еще и хочет делать только вот эти вот всякие плохие вещи. И поэтому Писание говорит в 21 стихе, то, что плотские верующие, которые не могут победить свою плоть, Царство Божьего не наследуют. Так говорит Слово Божье. То есть, если мы не боремся со своей плотью, если наша вера, она только на словах, и она не проявляется, никак не воздействует на нашу плоть, то мы тогда плотские верующие. А плотские верующие, по Слову Божьему, не имеют спасения. То есть, есть еще душевные, и есть еще духовные верующие. Это то, что в Писании описывается. Но мы сейчас говорим именно о плотских. Поэтому, как победить? Что сделать с этой вот плотью? Галатам, там же, 5 глава, 24 стих написано, «Но те, которые Христовые, они распяли плоть со страстями и похотями». То есть написано, распяли плоть со всем вот этой вот гадостью, которая она клонит нас к ней, они распинают ее. И что значит распять плоть? Первое, вообще мы пройдемся по тому, когда распинали человека, что с ним делали. Первое, это то, что с ним делали, это обнажали составлением только узкого припоясания. То есть только маленький кусочек одежды оставался, весь человек должен был быть обнажен. То есть, что это говорит? Это буквально лишало защиты человека, у него не было покрытия. И второе, это обнажало его, это не прикрывало его. Как это перевести на нашу жизнь? То есть, если у нас есть проблема, эту проблему нужно обнажить, ее нужно открыть. Я должен поговорить с ней, со своими близкими. Я должен поговорить с пастором. Я должен обнажить эту проблему и начать двигаться к решению этой проблемы. Второе, не прикрывать его. То есть не давать, если, допустим, у человека проблемы с чем мы возьмем? Допустим, ссоры. Да? То есть не давать ту сцену, то, что будет давать возможность выступить этой ссоре, стараться искать мира в своей жизни, не давать возможность воплотиться этому в нашей жизни, не давать
как бы, как это сказать, килим, не давать приспособления, которые помогли бы ей воплотить то, что она хочет. Второе, то, что делали, это человека привязывали до груди к крестному древу. И вы знаете, здесь очень важно, чтобы мы в нашей жизни привязали себя к воле Божьей, привязали себя к вере, привязали себя к тому, что Бог хочет от нас в нашей жизни. Не тому, что хочу, может быть, я, желание моего характера, желание моей плоти, но тому, что Бог хочет от меня в этой жизни. Затем мучительно били прутьями или бичами, сделанными из кожаных полос. Делали то, что больше всего приносит боль по отношению к плоти. И когда мы говорим о духовной плоти, то что больше всего приносит боль от нашей плоти, исходя из того, что мы прочитали? Это когда мы поступаем по духу. Это когда мы, вопреки тому, что хочет плоть, мы поступаем так, как хочет Дух Святой, так, как хочет Бог. И этим мы более наносим как бы раны нашей плоти. Мы более ее умертвляем и не даем ей властвовать в нашей жизни. Поступать по духу. Здесь же, в 5 главе, в 16 стихе говорится: «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». И это то, что будет еще больше наносить. То есть, если плоть мне говорит: я так устал, у меня нету сил, давай пойдем спать. У меня нету сил пойти примириться. Я с кем-то поссорился, пускай он первый подойдет и примирится со мной. У меня нету сил читать сейчас Слово Божье. У меня нету сил. Моя плоть хочет спать, она устала. То поступать по духу – это усмирить свою плоть. И да, пойти сделать то, чего она не хочет. Это всегда будет непросто. Все, что я сказал, будет непросто. Не просто примириться, не просто победить сон, не просто сделать еще какие-то вещи, которые побеждают нашу плоть. Но если мы будем побеждать ее и делать ей таким образом, причинять боль, то мы сможем двигаться за Богом. После бичевания преступника заставляли нести свой крест. И интересно, знаете, что Иешуа, он говорит: кто не возьмет крест свой и не последует за мной, тот не достоин меня. Иешуа тоже, интересно, что он говорит это вообще очень задолго до того, как он перенес крестную смерть. И вот взять этот крест, для меня это обозначает именно взять и исполнить волю Божью в твоей жизни. Потому что что такое крест? Это то, что хотел Господь, чтобы исполнилось в жизни Иешуа Мессии, чтобы искупить каждого из нас. Поэтому взять свой крест — это исполнить то, что Господь хочет от тебя в твоей жизни. Согласиться с тем, что да, воля Божья, она выше, и она сильнее того, чего хочу я и чего хочет моя плоть. И, конечно же, предоставить наше тело на служение Господу. В Римлянам, если мы вернемся обратно, в 6 главе, в 19 стихе сказано, что: «Говорю же по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей, как вы предавали члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне предоставьте члены ваши в рабы праведности на дела святые». То есть предоставить Богу свое тело для служения. Конечно же, предоставить себя для служения нашему Господу. Искать служение, искать, чтобы послужить, искать, что сделать для Господа. И здесь вот, то есть как бы руководить своей плотью,
тем, что она будет служить Господу, а не чему-то другому. Это буквально вот как наш брат Фердус в своем доме руководит своей собакой. Он ей говорит: сидеть! Раз побежала, села рядом с ним, сидит тихо. То есть он полностью, и вы бы видели, шаг влево, шаг вправо, расстрел. То есть он так, оп, и все, она тут же слушается. Я не знаю, как он приучил ее этому, видно, был какой-то процесс, но да, он достиг этого. И вот мы точно так же с нашей плотью должны достигнуть такого, что да, мы побеждаем, и да, она делает то, что хочет Бог, несет этот крест. Последнее место казни обычно служило какое-то либо возвышенное место близ большой дороги. То есть там, где много людей проходило, там, где много людей могли увидеть тебя, увидеть это. То есть у нас должна быть интеракция с другими людьми, интеракция в служении другим людям, интеракция в помощи другим людям, интеракция просто поговорить с другим человеком, когда нету сил и, возможно, ты хочешь пойти и сделать что-то другое. Но должна быть интеракция, то есть с другими людьми. Дальше то, что мешает нам и отдаляет нас от Господа, от Отца, это законы этого мира. Законы этого мира. Мира. И вы знаете, законы этого мира, я имею в виду то, что, допустим, воздавать злом за зло. То есть мне человек сделал плохое, я ему обязательно должен тоже что-то сделать плохое. Или пример Дарвина. То есть выживает сильнейший. Тот, кто как бы лев такой, всех остальных пожирает. Законы этого мира. Как законы этого мира, они воздействуют на нас? Первое, они отрицательно делают нас жестокими, отдаляя нас от Бога. И самое главное, они противоречат воле Божьей. Они противоречат тому, что Бог хочет от нас. Эти законы, они созданы дьяволом. Они созданы противником Бога, как бы в отместку тому, что Бог нам дал в своем слове. И я не говорю сейчас, знаете, о законах, которые есть у нашего правительства, потому что эти законы основаны на Слове Божьем. Я говорю о принципах, которые действуют в этом мире, и о принципах, по которым этот мир живет. Какой результат действия законов этого мира в нашей жизни? Зло порождает новое зло. То есть, если мы живем так, мы порождаем зло. И это зло порождает новое зло. И мы тогда являемся не распространителями света, но распространителями тьмы. Как победить? Законы этого мира нужно заменить с законом Божьим. Нужно заменить Словом Божьим. И в Римлянам 12 глава, 1-2 стих, там говорится, что мы должны, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. То есть мы видим здесь то, что должно происходить преобразование того, как я думаю. То есть мне нужно начать думать в рамках Священного Писания, в рамках Слова Божьего. Не в рамках того, как я привык думать. Изменять то, что вместе со Словом Божьим, то, что долгие годы прививалось мне этим миром. И строить новые законы, законы Господа внутри себя. И пока я этого не начну делать, то я не смогу вообще понимать, что есть воля Божья, как здесь написано. Благая, угодная. То есть я не смогу слышать, а чего от меня хочет Господь в моей жизни. И если я хочу слышать, чего хочет Господь, во мне должны происходить изменения в моем мышлении. Следующее, то, что мешает нам в дороге, в пути к Богу, это духи и бесы, злобы поднебесной. Они
духи, бесы. Очень хитрые и действуют очень опасно в жизни каждого из нас. И как духи, бесы воздействуют на нас? Первое, то, что они делают, они настраивают нас друг против друга. Они настраивают нас против того, что хочет Бог. Цель, почему? Чтобы разделить. Когда ты разделил человека, отделил его, сделал его одним, его легче победить. Его легче дальше отдалить еще от Бога. То есть, если мы посмотрим пример ссоры, да, то есть, допустим, я пригласил, можно тебя взять в пример, брат Михаил? Я пригласил брата Михаила к себе домой на ужин или там на день рождения, не знаю. И брат Михаил, вот приходит этот день, и в этот день за 15 минут до того, как вот он уже должен прийти, я уже чуть ли не дверь открываю, жду его, еда готова, хотим вместе поужинать. Он мне звонит и говорит: «Слава, я не могу прийти, бай». И все. Я как бы вообще, ну, знаете, как так? И тут приходит сатан. И как начинает действовать? Ах, как Миша. Вот он дает, он тебя, наверное, не уважает. Вот то, что он так это сделал, а ты так готовился, а он вот так вот. И начинает накручивать пружину против Миши. И когда я уже встречаюсь с Мишей, то я, может быть, даже не хочу с ним разговаривать. Я ему говорю: мне не важно, что произошло. Я не хочу. Меня уже дьявол накрутил. Меня накрутили бесы и духи. То есть невозможно, чтобы дьявол во всем мире действовал одновременно. Для этого у него есть духи и бесы, злобы поднебесные. Поэтому они воздействуют на нас. И они накрутили меня. А у Миши вообще оказалось, что в этот день он был в больнице, не дай Бог. И что-то произошло серьезное, и его сейчас, может быть, должны там что-то делать с ним. И он не может разговаривать, не может мне ничего сказать, потому что просто нету времени. У него такие вещи произошли, а меня дьявол накрутил. Поэтому мы должны быть очень осторожны. Петр тоже так вот воздействовал на него дух. Возможно, сам дьявол, сам сатан, потому что, я думаю, дьявол, он особенно близко был возле Иешуа, потому что он знал, кто это. И, возможно, сам во многих вещах принимал действия. И когда он говорит: Иешуа, да не будет с тобой так, да зачем тебе умирать, ты что, нельзя, тебе жить надо, то Иешуа ему говорит: отойди от меня, сатана, тот, кто, то есть, так как ты мыслишь, так как ты говоришь, это неправильно. Это не есть воля Божья. И мы должны отсеивать. То есть какой результат духов в нашей жизни? Они сеют в нас грех, а грех порождает смерть. Иакова 1.15. Мы не будем сейчас зачитывать. Разрушают нас как личность и как человека. Разрушают нашу плоть. Разрушают отношения наши друг с другом, разрушают все, до чего они дотрагиваются. И вы можете посмотреть по Писанию, как они воздействовали. Помните на Гадаринского бесноватого, когда вокруг него никого не могло быть. Когда, как они воздействовали на других, тем, кто конкретно был одержим. И как они воздействуют, когда они изнаружи воздействуют на наши разумы, на наше мышление. И очень часто, к сожалению, можно услышать, как легко жить без Господа. Нету никаких правил, могу делать все, что хочу. Но на самом деле, как тяжело жить без Господа. Потому что тобой управляют злые силы. Твою жизнь разрушают. Твою жизнь постоянно ведут в не в то направление. И это на самом деле очень тяжело. Как победить? Во 2 Коринфянам, 10 глава, 5 стих, сказано, что
Всякое помышление, которое приходит в наш разум, мы должны пленять в послушание Иешуа Мессии. Что значит пленять в послушание Иешуа Мессии? То есть, вот пришла мне мысль, то, что Миша, он хочет, как бы так вот поступил некрасиво со мной. Я должен просто себя спросить, от кого эта мысль? Господь, Иешуа, эта мысль от тебя? Если не от тебя, то убери ее, пожалуйста. Я хочу, чтобы твой мир, он наполнил меня. И все станет на свои места. Ты сразу поймешь, а это вообще Бог, или это кто-то тебе другой посылает мысли и пытается воздействовать на твою голову. Дальше, филиппийцам. Там тоже интересно написано. Давайте откроем. Здесь я хочу открыть 4 глава, 7 стих. 4 глава, 7 стих. Там написано 6 и 7 стих. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Аминь. И вот в 7 стихе «И мир Божий, он соблюдет помышления ваши». То есть, когда мы наполнены миром Божьим, то Он соблюдает и хранит мысли наши. И поэтому, когда ко мне только пришла мысль, то, что, возможно, Миша так поступил, я отдаю это Господу, и Бог, Он наполняет меня своим миром. И тогда это разрешается. Он охраняет мое сердце, чтобы туда не забралось ничего плохого. И Он соблюдает мысли мои, чтобы я не думал о плохом. Последнее, это, конечно же, все оружие Божие, я не буду зачитывать, вы хорошо знаете, Ефесянам 6 глава 12 и дальше, далее стихи, то, что мы должны буквально обмундироваться истинной праведностью, благовестием, верой, спасением и Словом Божьим. И все это помогает нам победить, там тоже в контексте, если вы прочитаете, духов злобы поднебесной. Дальше духи, они ведут к дьяволу, дьявол или сатан. Он, в свою очередь, то, что делает, как он воздействует нас, на нас в своей жизни, он учит нас греху, Адам и Ева тому пример. Он учит нас восставать на Бога, сеет самое главное в нас смерть. Он сеет в нас смерть. То есть изначально из-за него теперь нам нужны новые тела, потому что он первый как бы сподвигнул человека ко греху, он первый научил его греху, и он первый, кто научил восставать против Бога. Какой результат действия дьявола в нашей жизни? Вечное отдаление от Бога. То есть это как бы, чем дальше мы отдаляемся от Отца, тем ближе мы становимся к Нему. И конечная точка – это вечное отдаление от Бога. И это страшно. Там и написано то, что в Писании он хочет украсть, убить и погубить. И нежелание жить, то есть проходит желание жизни, не хочешь жить, в тебе появляется желание смерти. Как победить дьявола? Покориться к Богу и противостать дьяволу крепкой верой. Смирение и исполнение воли Божьей – это то, что помогает нам отдаляться от Него и приближаться к Отцу Небесному. Теперь я хочу поговорить о том или о ком, кто помогает нам приблизиться к Богу. И первое – это Дух Божий. Дух Божий или Дух Святой. Святой. И здесь интересно то, что Дух Божий, когда воздействует на нас, первое то, что Он делает в Евреям 9 глава 14 стих и Римлянам 9 глава 1 стих написано, что Он восстанавливает нашу совесть. Я вот все время не мог понять, как Дух Святой соединяется с нашей совестью. Он восстанавливает нашу совесть. И Писание говорит, у нас становится добрая совесть, которая действительно действует. У некоторых людей уже нету совести.
отдаляясь от Бога, они потеряли свою совесть. Уже сожжены они в своей совести. Когда ты начинаешь приближаться к Богу, то Бог в первую очередь начинает восстанавливать твою совесть. И это так, как Он воздействует на нас. Он дает покаяние, Он открывает нам Слово Божье. И первые результаты действия Духа Божьего в нашей жизни – это плоды. Плоды, которые описаны в послании к Галатам, 5 глава, 22-23 стих. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». Так действует Дух Божий, и это результат действия Духа Божьего в нашей жизни. В нашей жизни появляется любовь, радость, мир, хочется жить, появляется долготерпение, появляется благость, милосердие и вера, кротость и воздержание. Дары Духа Божьего Он тоже дает нам, то есть Он видит, как использовать нас в теле Мессии, и, соответственно, с этим Он дает дары каждому из нас. Как не отдаляться от Духа Божьего? Интересно, знаете что? Что в Писании вот они описаны как те, кто постоянно друг с другом воюют, соперничают. В Галатам там же написано то, что «Ибо плоть желает противного духа, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то, что делаете, то, что хотели». И чтобы победить, то есть здесь интересная связь, чтобы победить и двигаться с Духом Божьим, мы должны это сделать на уровне человека, принять решение. И тогда мы победим свою плоть. И тогда мы будем двигаться с Духом Божьим и поступать по тому, как Он хочет. То есть это то место, там, где нам нужно приложить усилия, как мы говорили, чтобы двигаться по Духу. То место, там, где от нас требуется сделать определенные шаги, чтобы поступать по Духу. На уровне человека, еще раз хочу подчеркнуть. Дальше, следующее, то, что помогает нам приближаться к Богу, это, конечно же, Слово Божье. Слово Божье. Слово Божье. И здесь, как Слово Божье воздействует на нас, в Иоанна 15:3 написано, что Слово Божье, оно очищает нас. И вы уже очищены посредством Слова Моего, так говорит Иешуа Мессия. Оно очищает нас, оно строит нашу веру, оно дает нам определение, что есть хорошо, а что есть плохо в этом мире. Потому что очень многие вещи в этом мире называются хорошо, а это плохо. И очень много то, что называется плохо, называется, оно на самом деле хорошее. То есть все поменено. И оно подводит нас к Иешуа. В Галатам 3:24 сказано, что Слово Божье, оно является детоводителем к Иешуа. Оно буквально нас подводит к Нему. Иешуа говорит, исследуйте Писание, и вы увидите Меня через них. Какой результат действия Слова Божьего в нашей жизни? Оно преображает наше мышление и стойкая вера. Как победить, то есть как утвердиться здесь? Как мы говорили с вами, то, что вот эти двое, Слово Божье и законы этого мира, они находятся в противоборстве друг с другом. Почему? Потому что законы этого мира построены на основе того, что хочет дьявол. И это полностью противоречит тому, что хочет Бог. Поэтому они постоянно находятся в борьбе. Как победить, чтобы Слово Божье победило внутри нас и дало плод или оплодотворилось с помощью Духа Божьего? Дух Божий оплодотворяет Слово Божье в нашей жизни. Он утверждает это Слово в нашей жизни. Он касается определенным Словом каждого из нас. И мы видим, что как бы всегда тот, кто находится сверху,
Он с помощью того, кто, на ком он основывается, он побеждает того, кто находится в другом лагере, внизу, того, кто отдаляет нас от Бога. Строить свою жизнь и жить по нему, а не по законам этого мира. Дьявол пытается определить свои законы. И следующее, тот, кто приближает нас к Отцу, это, конечно же, Иешуа, как мы и сказали с вами в самом начале. То, что, как Он воздействует на нас, Он дает нам жизнь, Он дает нам желание жить. Тебе хочется жить, тебе хочется жить для Бога. Он вкладывает в тебя жизнь. Тебе хочется сеять эту жизнь вокруг себя. Он открывает нам путь к Отцу. Без Него мы не можем пройти к Отцу. Он учит нас, как правильно понимать Слово и волю Бога. Дает нам служение в своем теле. То есть, если вы посмотрите Коринфянам, то там интересно, в 12 главе 1 Коринфянам, когда говорится о дарах, то сказано, что Дух Святой дает дары. Господь, то есть имеется в виду Иешуа, дает служение. А Отец, Он действие этого служения. То есть приходит слава Божья в твоей жизни. Дух Святой дал дар, Иешуа дал служение, а действие дает Господь в твоем служении. То есть приходит слава Божья в этот мир, и все люди, которые вокруг тебя, благословляются тем, что Господь делает через тебя. Дает нам служение в своем теле. Это как Иешуа воздействует на нас в нашей жизни. Какой результат действия Иешуа в нашей жизни? Первое – это жизнь вечная. Второе – Он освобождает нас от рабства. От рабства, которое вешает на нас дьявол. И как не отдалиться от Иешуа, то опять же таки, здесь уже Иешуа, Он с помощью Слова Божьего, так как через Слово Божье мы видим Его, и с помощью Духа Божьего мы приближаемся к Нему. И с помощью этих двоих, как мы видели в Священных Писаниях, Он одерживает победу над духами и над бесами злобы поднебесной. С помощью Слова Божьего и Дух Божий, который в Нем, который двигает Его. И последнее, конечно же, Отец. Как Отец воздействует на нас. Он дает нам желание творить добро. Он есть источник всякого добра. И без Него мы ничего не можем делать. Он посылает желание добра в нашу жизнь. И даже когда плоть наша не хочет, но внутри нас Он посылает это желание. Он дает нам мудрость, сходящую свыше, дает чувство уверенности и защищенности, наполняет нас миром своим, мир Божий, дает видение твоего предназначения в своем царстве, восстанавливает отношения и созидает дом. Энергия или действие исходит от Него. Тоже, если исходить из Священного Писания, вокруг нас служений, которые мы несем. Что делать, чтобы быть ближе к Отцу? То Он уже на основе вот этих трех, Иешуа, Слово Божие и Дух Божий, они втроем приближают нас к Отцу. И Отец в нашей жизни побеждает сатана, побеждает дьявола. Да благословит нас Господь, братья и сестры, чтобы в нашей жизни, вы видите, как немного требуется от нас. От нас требуется вот здесь вот основное усилие. Это плоть. Победить свою плоть. Это на нашем уровне, уровень человека. Все остальное уже делает Господь. Здесь важно победить и двигаться Духом Божьим. Да благословит нас Господь, чтобы в нашей жизни мы двигались за Ним, побеждали свою плоть, жили по Слову Божьему, а не по законам этого мира, чтобы мы были движимы Духом Божьим,
приближались к Иешуа и через Него к Отцу, побеждая те мысли и то, что восстает на нас, те духи злобы поднебесной, которые находятся в воздухе и пребывали с нашим Отцом Небесным. Да благословит нас Господь. Аминь. Встаньте, пожалуйста, на ваши ноги. Давайте совершим молитву. Дорогой Господь и Отец, мы благодарим Тебя за Слово, которое Ты даровал нам. Мы благодарим Тебя, Господь, за Духа Твоего Святого, которого Ты послал нам как утешителя. Мы благодарим Тебя за Иешуа, который открыл нам путь к Тебе, Господь. Мы благодарим Тебя за милость и любовь, которую Ты многократно и постоянно изливаешь в жизнь каждого из нас. Благослови, Господи, чтобы мы могли побеждать плоть свою, быть движимыми Духом Твоим Святым, идти за Тобою и жить не законами этого мира, но жить Твоим Словом в этой жизни, являя Твой свет, являя Твой мир тем, кто находится вокруг нас. Благослови, пожалуйста, Господь, наполняй нас Духом Твоим Святым и преисполняй. Действуй силой Твоею и славою Твоею в нашей жизни. И благослови каждого из нас и укрепи на пути к Тебе. Мы приходим к Тебе во имя Сына Твоего, Иешуа Мессии. Аминь.